Основной состав футбольного клуба «Динамо Москва» сегодня сменил огромный стадион на спортзал 31-й Химкинской школы. Встретили спортсменов ярко. Вместо разминки – эстафета. Вместе с футболистами школьники соревнуются в скорости, меткости и ловкости. Я надеюсь, что после нашей встречи еще большее количество детишек пойдут в спортивные секции, не обязательно футбольные, и будут заниматься спортом, и обязательно станут или олимпийскими чемпионами, или чемпионами страны в футболе, в хоккее, в любом виде спорта. Не обошлось и без товарищеского матча. Тебе понравилось сегодня? Да. А что больше всего понравилось? Когда мы играли в футбол. Почему? Потому что это весело. Спасибо тебе. Забили голы. Забили голы. Ты забил голы? Да. Сколько? Один. Самым серьезным испытанием для динамовцев стала встреча со старшеклассниками. Владислав Казаков занимается футболом уже 7 лет. Перед матчем рассказал, как планирует победить профессионалов. Лично я собираюсь сыграть против основы. Мы собрали команду, вот из ребят в одинаковой школе. Собираемся сыграть. Ну а как против них играть? Они большие и сильные. Ну а мы маленькие и быстрые. После товарищеского матча совместные фотографии и автографы. С пустыми руками в гости не приходят. Также поступили и динамовцы. Они подарили фирменный мяч с автографами игроков. Такой сувенир обязательно принесет удачу на соревнованиях. Ксения Каретникова, Дмитрий Бочаров, служба новостей.